Здрасте. Смотрю на этот мир через призму своих шикарных очков. Здрасте, господа! Если вы забыли или не знали, меня зовут Аля. Приятно познакомиться. Вы наверняка видели в интернете или на каком-нибудь Валбересе игры, в которых тебе выдается карточка с какой-то ситуацией. Например, мама сказала, что ты лох, и ты должен выбросить карточку с каким-то мемом. Так вот, я нашла такую игру онлайн в Google Play. И сегодня мы с вами в нее поиграем. Мы играем с вами в одиночестве. Так, играть. Окей. Ага, дальше. Мы должны проголосовать за мем, который больше всего понравился. Мне нравится Анька. Итак, когда мама сказала, что я красавчик-красавица, выбрать мем. Тут мемы какие-то стрёмные. Не, вот это хорошо. Вот этот мем я люблю. Окей. А что происходит на этой фотографии? Петька, голосую за тебя. Ситуация, когда ты ее успокаиваешь, и вы миритесь, но ты видишь, что она все равно хочет поскандалить. Пусть будет это. Хорошо. Мне нравится вот этот игрок, который Анька. Вообще, Анька мощная. А можно мне другие мемы выбрать? Когда в детстве мама налила тебе сок в красный фужер, и ты пьешь его как взрослый. Допустим. К чему? Итак, мы тут голосуем за Петьку. Ага. Когда не убрал пузо к лету, зато вкусно кушаешь. Да. Угу. Петька, убирай. Это я такая сейчас. Ну, я проголосую за Аньку, наверное. Я получила 1 балл! Когда захотела взять отпуск, но вспомнила, что у тебя нет работы. И нет отпуска. Мы голосуем за Смурфа. Первый раз выбрал что-то адекватное. Мисбол! Итак, ситуация. Я смотрю 6-й обзор на товар, который уже купил, чтобы убедить себя, что это была хорошая покупка. Голосуем. Анька. Мисбол! Когда тебе исполнилось 18 лет, родители начали намекать съехать от них. Хе-хе-хе. Я использую эту тетю. Здесь ничего смешного, не! У меня 2 балла! Когда проснулся и понял, что это тот самый понедельник для начала спорта. Анька. У меня 2 балла. Тот момент, когда проснулся посреди ночи и видишь, что еще есть много времени, чтобы поспать. Я уже знаю, кто побеждает, Петька. И у меня 1 балл. Так, я на втором месте. У меня целых 13 баллов.
Вы посмотрите. Игра, конечно, прикольная, но наскучила быстро. И тем не менее, я решила сыграть еще раз, чтобы получить первое место в этой невероятной игре. И у меня первое место! Я думаю, на такой прекрасной ноте мы с вами можем заканчивать этот невероятный трип по мемам. Я могу сказать, покупайте нормальные игры и не играйте в эту парашу. Потому что, во-первых, там повторялись ситуации. Это что такое? Вы меня извините. Что ж, а если вы хотите, чтобы я поиграла в игры, которые нам попадаются в рекламе Google Play, то пишите в комментариях слово «мем». И тогда я поиграю в эти игры, сделаю на них обзор. Что ж, на этом было все, ну а я с вами не прощаюсь, потому что встретимся в следующих или предыдущих видео.